Всем привет, ребят! В общем, с утра у меня сегодня будут оладушки. Кстати, они у меня никогда не получаются пышные. Ну, не пышные, но вкусные. И хочу сделать еще эти сырники. Дети у меня сырники не едят, они будут оладушки. А кофе с молоком не могу. Утром, если не выпью, все. Это просто, этот день не начнется для меня. Сегодня, тем более, много-много дел. Надо много куда сходить. Вот. Что с Никитичка? Тебе тоже покушать надо, да? Сейчас. Сейчас, да. Ну что, я тебе давай молочко налью. Будешь? Вот такое вот, смотрите, у меня тесто получилось нежное. Но оно всегда таким получается. Пышным это я делаю на взбитых белках и на сметане. Но потом они все равно сядут. Вот так, посмотрите, просто. Идеально. Так, ну все, сейчас будем обжаривать. Вернее, жарить, обжаривать, как мясо. Кофеечек, вторая кружка пошла. Вот такие вот оладушки получились. Ну, пока еще не так усилим. Вот, ну, вкусненько. Так что, ребят, приятного аппетита. Сейчас еще сырнички себе сделаю. И все, будем завтракать. Полно хлеба. Целый батонище. Вот не выкидывать, а то выкидывать хлеб, ребят. Это грех. Так, ну все, запищали, запищали. Так, на меня не нападать. Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. Мамочки, все. Так, надо сваливать отсюда. Кушайте, кушайте, кушайте. Ой, все, страшно. Ухожу. Ой, какие они. Все, нету больше. Ветер, ребят, у нас сегодня сильнейший, как обычно. Вот, пришла на море. Посмотреть, что тут вообще происходит. Ничего нового не происходит. Посмотрим, пойдем, что тогда вечером не досмотрели. Светящаяся, правда, сейчас не светится. Там какие-то персонажи из сказок и так далее. Вот, сейчас тут прогуляюсь, потом за Вероникой, и потом надо по работе мне сходить, поработать немножко. И, в принципе, ну еще надо видосики поснимать, кстати, да. Я вижу первую жуткую фигуру. Господи, нет, это очень страшно. Это что за мост? Нет, это какой-то фильм ужасов, слушайте, это что такое? Ой, страшненько, страшненько. Так, ну вот эти скамеечки. Конечно, все грязные. Ну да. Так. Что тут у нас? Щелкунчик. О. Щелкунчик. А что дырка не насквозь? А что-то уже там было, а что-то уже это. Вытащили у него, короче. Елочка вот такая вот. Песочная. Так, блин, ну с этим Дедом Морозом надо просто. Фотографироваться, ребята. Ой, качельки поставили. Молодцы, молодцы, ребята. Вот гирлянды. Ладно. А, это Кай и Герда. Да, правильно ведь я говорю? Ну, о, какой трон. Надо тоже сфоткаться. Тоже уже облупился. Зимой в Анапе. Ой, в Анапе. Так, надо тоже сфоткаться. А что тут грязно, наверное, да? А, тут все песочненько.
Так, не, надо сфоткаться. Сейчас, ребятки. Снеговики. Вон там еще дядька с усиками стоит. Вон там с усиками. Тут вот такая вот штукенция. Что с ней делать, не знаю. Фоткаться, наверное. Ой, зеркало. А, это не зеркало, господи. Я уже думала, зеркало. Так, какой дракончик у нас тут стоит. Сейчас хочет при свете получше разглядеть. Так, вот тут у нас кафешку сделали тоже в таком восточном стиле. Господи, что я говорю? Всем привет, ребят! Наконец-то у меня появилась работка. Сейчас заказы пошли. Прям очень-очень хорошо. Вот, сегодня у меня вот такой вот... Ну, не буду вам, ладно, не буду все подробно показывать. Вам это не интересно, да и вообще как бы это конфиденциально. Но смотрите, я хочу вам показать котика. Котик. Кс-кс-кс-кс-кс. Да, белесик. Только-только он сразу ко мне так проникся. Маленький. Да? А что тебе покушать дать? Тебе покушать может что-то дать? Пойдем поищем. Пойдем. Вот ты какой игривый. Пойдем поищем. Покушать. Я не знаю, где тебе покушать. А, вот у тебя корм. Хорошо. Давай. Покушать ты хочешь, да? Давай, у меня сегодня задача еще помыть котика вот этого. Вот этого котика еще помыть надо. Представляете? Вот. Так что все, я довольна и счастливая. Начинаю работать. Машинку я уже поставила. В общем, все. Ладно, ребят, некогда мне с вами тут. Давайте. Так, ну все, ребят, пришла домой. Так, Снегурочка, что ты роняешь-то? Год еще не закончился, там уже новенький календарик. Что ты роняешь-то? Ой, Ричка радуется, хозяйка пришла. Короче, расскажу вам в следующем видосике, какая у меня работка тут была на днях. Я просто, честно, я, конечно, много чего перевидала. Я перевидала много каких квартир. И одна мне из них казалась это вообще самой жесткой за все время работы, но оказывается нет. Я хотела там поснимать, но мне поснимать не дали, ну то есть там постоянно. Ну в общем, я расскажу в следующем видосике, там просто вот было жестко. Другой бы человек вот реально не пошел бы убираться, но мне настолько нужны деньги. Что ты лапу мне даешь? Что это просто пришлось делать. Вот. А еще у нас тут... В общем, сломался замок. И приходится, когда мы уходим, вот эту ручку скотчем приматывать вот к этой ручке. Чтобы он не открыл дверь. Потому что он открывать дверь умеет. А вот этот замок у меня сломался, который я прикручивала. Ну, то есть тут надо делать другую дырку опять. Вот. Ну, у меня сейчас есть перфоратор, так что надо будет сделать. Ну, это жесть, конечно, вот это. Вот все, сейчас ручки все будут липкие, все. Вот. Ну, а по-другому никак. А, сейчас зашла, в общем, получила подарок, значит, Веронике на Новый год. И Вики купила. Вот, сейчас надо, кстати, проверить. Ну, конечно, помимо этого, там еще кое-что будет. Так, а что? А, вот, попить. Ой. Помимо этого, там еще кое-что будет. Надо проверить, цело нет. Так, это стекла на телефон. Это мне что? Это мне на 11 надо. Поменять стекло на 14 я уже купила. Так, ну, пакетики подарочные, да, там зашла, купила уже отдельно. Снегушечка. Так,
Ну, это мои масочки тут. Сегодня, кстати, буду делать жаркое. Взяла вот такие ребрышки. Мясная фирма, не знаю, кто что делает. Я такие не помню, брала, нет. Кто это вообще делает? Понятно, Московская область. Интересно, ну ладно. Надеюсь, будет норм. Так, что еще у меня? А, ну это я брала для себя домой. Тут крем для тела, для лица, для рук. Так, телефон. Вот. Ну, не буду говорить точно, что я взяла. Короче, взяла Викушечке вот такой подарочек она хотела. Ну, тут кое на что, в общем, интересная штучка. Так, это вот так вот, это вот так вот. И это надо было мне сразу там проверить, ё-моё. Что-то я не проверила, у меня же Вероника художница. И она просила набор, то есть цветные у нее уже профессиональные есть, целые там около 200 штук, фломастеры, маркеры уже, ну то есть все есть, а вот именно обычных, они, короче, есть тоже разные, обычных нет. Ой, как мило, тут еще какие-то перчатки, ух, нифига себе, очень круто. А, это еще бумага для скетчинга. О, нифига себе, это крутой набор. Ой-ой-ой-ой-ой, да, прикольно. Клячка тут. Такой вот человечек. Короче, очень хороший набор, ладно. Все, убираем. Все цело. Карандаши разные тут этой. Короче, я в этом не понимаю, ладно. Отлично. Отличненький наборчик. Так, убираем. Так, и вот такой планшет в дорогу. Ну-ка, надеюсь, все целое. Вообще там надо проверять. Я вступила. А, он вообще запечатанный. Блин, открыть что ли тихонько? Мне надо проверить. Такой планшетик. Дорожный, в дорогу рисовать. Так, а чем рисовать? А, тут есть уже это. А, тут есть такая штучка. Ой. Непонятно. А. О, нифига себе, смотрите. Кира Найт. Видно? Хоп, и нету. А, тут типа включить выкупить. Блин, ну это прикольная штука. Прикольная, мне нравится. Так, ну все. Все отлично, все цело. Убираем. Что ты мне даешь? Лапу даешь? Что я тебя тоже люблю. Да? Да. Ты тоже моя любовь. Моя любовь, да. Мой единственный... Да, давай. Мой единственный любимый мужчинка. Да? Единственный любимый мужчинка мой. Да. Да. В общем, ребят, еще... Да что такое? Да я с тобой. Но мне надо же... Мне надо же зрителям сказать, что... Кое-что про канал надо... В общем, ребят, что еще хотела сказать, у меня есть сейчас канал, там уже вышло, не помню сколько видосиков, может 4, может 5, пока я это видео выложу, не знаю. Вот, канал, значит, где я готовлю, это приватный канал в Телеграм, там я готовлю абсолютно в одном фартуке. Прости, Рича, прости.
Там я готовлю абсолютно в одном фартуке различные холостяцкие, быстрые, очень блюда, прямо на скорую руку. Сейчас пока вход стоит недорого, но с каждым видосиком вход будет дорожать на 99 рублей. Поэтому, кому интересно, пишите мне в личные сообщения, и я вам скажу, как попасть на этот канал. Или под этим видео я оставлю номер карты, да, туда скидываете денежку, мне присылаете скрин в Телеграм, в личные сообщения, и я вам кидаю ссылочку, собственно, на канал. Ну, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Я вас всех люблю. С вами была я, Кира Най. Только сейчас поняла, что что-то там жужжало. А это пылесос. Да, давай, давай. Давай лапу. Давай. Да ты мой мусечку. Ну. Правда, ты пакостный такой. Ты такой пакостный. Но я тебя люблю. Я тебя люблю, понимаешь? И вот девочки всегда любят плохих мальчиков. А ты вот именно такой и есть. Да, когда-то ты подхалим, Ричика. А когда-то ты вообще капец, капец, капецкий.